Из исследований очень хорошо видно, что проблема действительно трансформировалась. Те люди, которые проделывают препараты, стали более изощренными, то есть она стала более сложной. И с ней надо теперь бороться очень точечно, понимая, что непосредственно нужно делать. Значит, теперь, уважаемые коллеги, уважаемые представители средств массовой информации, ваши вопросы к уважаемому президиуму и специалистам, которые находятся в зале. Я просто хотел прокомментировать насчет РОСИФОСЦЕНТРа. Действительно, функции станции защиты растений, большинство из них перешло к нам, но контрольные функции нам не перешли. И, соответственно, мы можем подсказать сельхозтоваропроизводителям, что препарат контрафактный. В том случае, если он пришел к нам в лабораторию, мы сделали анализ, определили, что действующее вещество не то, которое было заявлено, и в этом случае можем об этом сказать. Но если говорить о тех объемах, которые мы проводим, количество анализов, если я не ошибаюсь, я не думаю, что порядка 900 тонн, да, у нас обнаружено было именно несоответствие действующего вещества заявленным. Вот. Так что такую работу мы можем проводить только в том случае, если к нам обращается средство, можно провести. А контрольные функции, пожалуйста, вот здесь ваш надзор, это его хлеб, это его. Я считаю, что одной из основных функций оградить нас от таких вредных контрафактов. Спасибо.